Добро пожаловать, друзья мои, на канал Дикич. Меня зовут Дмитрий. Сегодня мы с тобой погрузимся в увлекательный, жестокий, искаженный темными силами мир в игры A Plague Tale Requiem. Это сиквел, захватывающая история о юных героях, сестре Амице и братья Юга, которые пытаются найти место, где могли бы жить в мире. В этой части, значит, Амице и Юга отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы и помочь Юга обуздать родовое проклятие. В этой игре, значит, мы столкнемся с вами с новыми испытаниями, тайными ловушками и, конечно же, огромным количеством крыс, распространяющих чуму. Ну все, думаю, достаточно. Вам приятного просмотра. Я начинаю. Поехали. Новая игра. Уровень сложности нормальный, режим так бла-бла-бла. Все, здесь у меня все выставлено. Поехали. Глава первая. Под иным солнцем. Королевство Франция. Июнь 1349 года. Наш злодей совсем устанет. А вот и твоя башня! Башня злодея! Он вообще когда-нибудь устает? Мне еще учиться надо. Да ладно тебе, мы весь день ехали. Ну, пожалуйста, матушка просила его измотать. Мужайся, колдун! Мы тебе еще покажем! Твоя матушка говорила далеко не уходить. Мы столько ехали, пора бы и ноги размять. Да. Блин, вот это графика, да? Класс, вы только посмотрите. Слушай, ну чувствуется, чувствуется разница. Посмотри на это. Это замок. Давай его осмотрим. Ну хорошо, побегаем. Так. Понятно, небольшое обучение. Юга, ты так весь промокнешь, как свинюшка. Лично я уже промок. А тебе это полезно. Интересное местечко. Это замок. Хорошо. Цветочки какие? Осаждает мой замок. Да, и собираюсь превратить тебя в таракашку. Да. Я буду считать до 10, а потом найду тебя, король Юга, и... Амице, амазонку! Да-да, точно. Так что бегите! Давай, Амице, амазонка! Нужно найти, где спрятаться. Раз. Я спрятаться. С вами, мой король! Три! Скройтесь от луки! Пять. Дышать не забывайте, шесть. Мой король! Семь. Отлично! Теперь восемь. Следи за ним! Ага! Семь. Если пойдет сюда, перепрячемся! Я иду искать! Он идет. А, это мы с тобой умеем, мы научились в предыдущей части. Я лука коварнейший. Клянусь, что сварю суп из ваших пяток. И съем его. Жуть какая. Так. Где же вы? А, не найдешь. О, здесь смотри, они одновременно перепрыгнули. А в первой части каждый раз Амице помогала Юга. А знаешь что? Давай сами на него поохотимся. О, да! Так, а зайдите украдкой сзади к Луке и зажмите левую кнопку мыши, чтобы напугать его. Давай,
Подожди, а где он? А вот он. Все, вижу. Сейчас мы к нему. Лишь бы он быстренько к нам не развернулся. Ну все, я пойду дальше заниматься. Ну как? А как еще я тогда стану алхимиком? Но ты же и так уже алхимик. Я все еще ученик твоей матушки. Ну хорошо, иди, занимайся. А мы тут пока побудем. Хорошо. Пока. Давай посмотрим, что еще есть в этом замке. Как прикажете, мой король. Давай. Хорошо, что Лука остался с нами. Да. Если бы не он, нас бы сейчас тут не было. Здесь, нам интересно, тоже надо собирать цветочки для Юга. Ну-ка, подожди. Да, я сейчас кнопочки понажимаю все. Так. Опа, ага. Гербарий Юга, да, смотри. Тоже будем собирать. Маргаритка. Ладно, это вы на паузе сами почитаете, что это за цветок. Так, осмотрим... Замок? Ну слушай, графика, конечно, вообще можно класс. Можно забраться на те камни? Конечно. Ты только не упади. Не упаду. Ну да, конечно. Да. Король Юга прогуливается по бастиону своей крепости. И что же ты видишь? Мое королевство. И оно процветает? Процветало, пока на нас не напал Лука. О, да, этот злодейский колдун. О, я вижу реку. Это море. Будем ходить здесь дозором. А ты смотри, кстати, у Юга-то вот, вроде как ему полегче стало, да? Какая красота! Ну, что будем делать? Здесь граница моего королевства. Граница, я так понимаю, будет ветка. Да! Ну, хорошо. Берегись, амазонка Амидзе! Я вижу вражеские корабли! Они готовятся к нападению! Шишку хочу взять! Что же делать? Оставаться тут и топить их! Точно! Моя могучая проща к вашим услугам! А вот и армия колдуна! Я их вижу! Мы... Ой! Подожди! Защитим ваши земли, мой король! Так... Один готов! Да! Продолжай! Плывут еще корабли! Но и мои не место в нашем королевстве! Пусть будет это доброе! Ха-ха! Многие пытались нас захватить. Но мы отразили их нападение. Потому что мы из дома Дерун. Опа. Здравствуйте. Оу, привет. Привет. Я проходил мимо и... Прощи. Ну да, она довольно громко щелкнет. Я просто хотел спросить, можно поиграть с вами? Да, но... А как тебя зовут? Я Тона. Я тут живу неподалеку. Ладно. А мы Юга и Амиция. А ты умеешь стрелять, Тона? Конечно, умею. Хорошо. Я король, а она мой полководец. Мы сражаемся с армией чародея. Тогда я буду пушкарем. Значит, к бою. Ух ты! Вот это вы! Опа! Ты здорово стреляешь. Еще бы. Продолжай наступать. Тогда я продолжу их топить. Наша оборона для них слишком сильна. Рядовой Тона, продолжайте стрелять в пушки. Да, это поддали им под зад. Давай кидай. Вот и злодейский зад. Эй, тише, это уже смертельное. Это война. На войне не до хороших манер. Давай, перебьем их всех, Тона. Стреляй из пушки. Господи, Юга, берегись! Опа! Ну все, юноши, вы победили! Они капитулируют! Капитуляция принимается! Я пойду, а то на работу опоздаю. На работу? Да, я помогаю папе на ферме с братьями. Все хорошо? Я побежал, пока! Удачи тебе! Пока, Тона! А он хороший. Идемте, мой король, война окончена. Побежали вдоль берега. Ты всех их потопила. Ты
настоящий полководец. И Тон мне понравился. Да, мне тоже. Вот бы у меня был такой друг. Скоро мы уже где-нибудь поселимся, и ты заведешь себе друзей. Точно? Как только сможем тебя вылечить. Значит, не скоро. Ну почему же? В этот раз все будет по-другому. Надеюсь, что так. Придется карабкаться. Чур, теперь ты меня подсаживаешь. Что? Шучу. Я тебе помогу. Ты все равно слишком тяжелая. Ах ты малявка. Но когда я вырасту, я смогу тебе помогать. Слушай, ну такая... Ого, какой огромный замок! Ну, что скажешь? Нападем на него? Ага, я готов. В атаку! В атаку! Анимация очень классная стали вообще. Прям вот эти, когда поднимаются, смотри, бегают, кидают. Прикольно, прикольно стало. Ворота закрыты! Что же нам делать, мой полководец? Блин, не хватает сейчас этого. Сейчас придумаем. Товарищ, который ломал ворота. Правда заперто. Они знали, что мы здесь пойдем. Сюда! Здесь тайный проход. Проникнем в замок незаметно. Да, хороший план. О, я чувствую здесь зло. Как-то тут темно. Не бойтесь, мой король. Мы же хотим застать их врасплох. Ага. О, кажется, солдаты колдуна уже близко. Правда? Блин! Все не хорошо? Ожидал. Да. Ну давай уже вернемся. Да, согласна. На сегодня хватит. Да, хватит. Амиция, тут продукты и одежда. Здесь живут люди. И мы сломали им крышу. А вдруг они слышали? Просто давай будем осторожнее. Мне кажется, сейчас мы... Чувствуешь запах? Пахнет очагом. Что? Здесь все сгорело. И недавно. Эти корзины. Это же ульи. Но зачем их сожгли? Я не знаю. Давай выбираться отсюда по-тихому. Может, это был несчастный случай? Эти же люди. Паренек был очень запуган. Опа. Эй! Что происходит? Сколько вас еще здесь? Подождите, мы не знали, чья это земля. Мы случайно забрели. Мы уже уходим. Ты все врешь. Клянусь. Не знаю, что у вас случилось, но мы тут ни при чем. Врешь. Воры, сука. Я вас на куски порублю. Бежим. Блин. Бежим, 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 бежим. Нужно найти. Так. Сюда, здесь не пролезет. Вставай! Я больше не буду сюда залетать, честное слово! Хватай его! Погодьте! А я его отделаю! Умоляю! Нет! Пожалуйста, нет! Раньше надо было думать, а не воровать у нас! Боже! Матерь! Вот теперь они к нам больше не сунутся. От меня убежали двое, мальчишка и девица. Видали их? Нет, только этого вот и поймали. Короче, найдешь их и убей. Надо выбираться. Да, и скорее. Да, и спять. Так, офигеть. Вот дура. Теперь тебе мясо с медом не хочется, да? Мертвым. Бежим. Они нас убьют. Нет, мы незаметно. Матяс, сюда! Деда зацепили! Черт, нет! Амиция, дом! Дедушка! Ох, какой ужас! Отец в любой момент может вернуться. Так, побудь пока с ним. Так, нам сюда, может быть, да? Нет, слушай. Обратно, что ли?
А, вот здесь, наверное, скорее всего, мы можем пройти. Мы можем здесь спрятаться. Они найдут нас. Нужно идти дальше. Ну и бой. Боже. Тогда хватит ныть. Осторожней. Тут еще воры лазают. Иди нашим помоги. Матьес, мне что-то нехорошо. А мне насрать! Мне? Он не уходит. Да. Я справлюсь. Так, как обычно, да. Это его отвлечет. Больше они к нам не сунутся. Помяни мое слово. Бросьте снаряды рукой, это менее заметно. Зажмите, чтобы открыть меню выбора. Хлеб заработать хотел. Вот это. Надо уходить отсюда. Кто там еще прячется? Давай по-быстрому. А собаку-то зачем убили? Ладно. Доберемся до повозки. Уедем отсюда. Представляю, как рассердится мама. А мы ей ничего не скажем. Мы и так собирались уезжать. Ну и где этот засранец? Он должен был сторожить ферму. Это он во всем виноват. Придется карабкаться. Только тихо. Дона! Живо сюда, лентяй! Сука! Как же я тебе хайлона. О нет. Это же дом Доны. Может, он еще не вернулся. Хорошо. Пройдем, не пройдем, интересно. Просто будет, что он сейчас повернется. Или он так и будет там стоять. Давай, лезь. Конечно. Фу, все. Так, а вот все вижу. Давай попробуем здесь пройти. Вот это, кстати, новинка. А, нет, подожди, мы ползали. Мы не проходили сквозь узкие пространства, да? Такого не было, кстати. Блин, осы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зажмите У, чтобы отвлечь врага. Какого черта? Идем. Он чуть нас не увидел. Это да. Нам надо быть осторожнее. Нужно добраться до той двери. Я их отвлеку. Фига, конечно, мы тут забрели с тобой. Так, окей. Амица, корешки. Должно сработать. Горшок, а вы подобрали горшок, зажмите, чтобы открыть меню выбора. Как это, кстати, клавиша называется? Я буду называть его... Так, зажмите правую кнопку мыши, чтобы прицелиться, и нажмите левую, чтобы бросить горшок. Враги выделены... Белым услышат звук удара, а ближайшие пойдут разбираться, что случилось. Ага. Предупреждаю, у меня топор. А теперь идем. Святые угодники, защитите меня. Так, слушай, она. А, нам надо было здесь пропасть, наверное, да? Нет, они заперли. Блин. Может, есть другой выход? Смотри, здесь разлом. Да. Я могу отпереть дверь с той стороны. Неужели правда придется? Так, Юга может пролезть в очень узкие места. Зажмите Alt, чтобы отобразить допустимые возможности. Хорошо, но только очень осторожно. Беспокойся. Пожалуйста, не попадись. Немножко по-другому управление сделали. Там не надо было вроде так Alt зажимать. Ну давай, Юга. Слишком тяжелая, но ты уже можешь ее открыть. Да, молодец. Ты знаешь, где они? Они нашли Дону. Я не знаю. Нам нужно выбираться отсюда. Нужно помочь Доне. С ним все хорошо. Надо уходить, Юга. Они убьют нас, если поймают. А вдруг они его тоже убьют? Тихо.
Я хочу просто проверить, что здесь за этой дверью. Заперто. Ага. Ну все. Я знал, что нам туда прямо, но вдруг. Калитка. Кажется, это выход. Не надо! Ты худшая папина ошибка. Но сейчас я тебя исправлю. Не надо! Юга, держись за мной! Вы еще кто? Мы просто заблудились. Отпустите, пожалуйста, мальчика. Слыхал, Реми? Вы с теми ворами? Нет, мы здесь впервые. Послушайте, это из-за нас он опоздал. Нахера вы сюда приперлись? Реми, давай ее и не разочаруй меня. А с мелким чё? Чё? Да пусть смотрит. Зря вы приперлись. За себя я постою, уж поверь. Да заткнись ты! На, прощу и по щам! На! Он вызвал крыс, что ли? Я отрубился. Красиво. Лапки такие. В смысле? А что они тут-то делают? Так красиво. Боже, подожди, я хочу. У нас нет моря на севере. Ну, точнее, есть, но я очень холодная. Такая красота, блин, обалдеть. Слушай. Класс. Я хочу просто здесь побыть. Можно я никуда не пойду, друзья? Пожалуйста, я здесь остаюсь. Блин, ну офигенно нарисовано. Разработчикам просто респект. Я просто обожаю такие. Слушай, небо-то какое прям реалистичное. Вода реалистичная. Закат. О, божественно. Так, ну я думаю, нам надо следовать за птицей. Да. Возвращается его недуг. Я хочу вернуться. Я хочу к сестре и к маме. Ну, я так полагаю, мы сейчас. Может, она знает, где они? Да, может, они там. Сейчас мы с тобой очнемся и, наверное, уже дома окажемся. Мама! Лука!
Очень красиво. Очень красиво. Хорошо спал? Мне снился сон. Где мы? Опять тот сон про остров? Да, мне было плохо. Большая птица прилетела и спасла меня. Но что произошло, Амиция, на ферме? На какой ферме? Мы играли у реки. Ты устал, я отнесла тебя обратно. А потом ты заснул. В смысле? Наверное, это от нехватки соли в организме. Но, Амиция... Дорога была долгой, Юга. Мы все очень устали. Но город уже совсем близко. Там тебе помогут. Мы едем навстречу к умнейшему алхимику. Алхимику Ордена. Он очень много знает о Макуле. Они изучают это столетие. Что же они не помогли нам в Гиене до того, как мы бежали? Они не знали, что за нами станет охотиться Инквизиция. Теперь они готовы нас принять. Ну тогда, будем надеяться, они загладят свое упущение. Конечно. Ведь макула — это не просто что-то в крови у Юга. Это касается всех. Оно может изменить все вокруг. Слушай, что да? Локации какие обалденные. Не знаю, но давайте осторожно. Хорошо. Приветствую. Здравствуйте. Что-то случилось? Мы ищем мальчишку и девицу. А что они натворили? Забрались на чужую землю, а когда хозяйские сыновья попытались их выставить, убили парней. Какой ужас. Надеюсь, вы найдете виновных. Я тоже надеюсь. Это мои племянники были. Мама, нам надо ехать. Сейчас же. Да. Простите, нам еще долго ехать. Здравствуйте. Мы вас долго не задержим. Мальчишка, это они! А ну иди сюда! Нет, стойте! Амиция! Давай за повозкой! Не дай ей уйти! Это был не сон. Осталась в повозке. Шевелись, не высовывайся. Нам
глядите. Давайте в поле тоже поищем. Да, уходите. Осторожней, эта чертовка может быть у вас прямо за спиной. Сюда кто-то пробрался. Повозка, нужно спасать их. Спасать Юга. Так, наверное, они спустились. Теперь надо быстро и незаметно. Осторожно, ты справишься. Их вообще убить-то можно? Давай, их работа, точно говорю. Это они. Смотрим, далеко не ушли. Так, я отвлек его в эту сторону и хотел прямо идти. Я вас все равно найду. Так. Я тогда решил. Трусы. Точно. Ага. Иди проверь. Я понял, они, получается, видимо, Юга не хотели об этом говорить. Поэтому сказали, что он спал. Ага. А почему они говорят в множественном числе? Они же вроде как видели, что повозка уехала. Но я один типа упал. Блин. Ты убила моего сына! Гори! Нет, нет! Беги! Вот за дом! Так. Ага. Зараза! Я тебя убью, ведьма! Ага. Удачки! Убил. Нажмите на левую кнопку мыши, чтобы ударить, убив поблизости. Так, у меня что-то все залагало. А. Когда вы атакуете врага в ближнем бою, на шум могут сбежаться враги, находившиеся поблизости. Чтобы уничтожить врага, попадите ему в голову из пращи, зажмите правую кнопку мыши, чтобы прицелиться, затем нажмите левую и подготовьтесь к выстрелу, но это мы уже умеем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот ближнего боя, кстати, не было раньше. Сейчас как появился, это хорошо. Блин, лошадь убили. Я просто всех нафиг убью. Я так смотрю, у меня тут ко мне, похоже, до хрена я больше осталось. На, нахрен. Слушай, обалденно все сделано. Универсальная проща. На! Ха-ха, по щам. Прощой по щам. Чуть не пропустил, нечаянно. От шока. Все закончилось. Все хорошо.
хорошо. Все хорошо. A Plague Tale Requiem. Вот такое вот вступление. Глава вторая. Чужаки. И все-таки мы добрались. А тут живут добрые люди. Здесь мы в безопасности, Юга. Этот город под покровительством графа Прованского, могущественного человека. А здесь довольно красиво. Алхимик точно нас ожидает? Магистр Воден сказал, что приготовил для нас дом. Целый дом? Да. Орден существует давно. У них есть свои дома и не только. Это они построили лабораторию твоей мамы и даже Шата Дамбраш, помнишь? Да! Они такие добрые, что дадут нам целый дом. Все потому, что ты для них важен. Дозволит ли ваше величество сопровождать вас? Дозволяю. Оленина, свинина, речная рыба. О, это что, ярмарка? Идите вместе, погуляйте. Спасибо. Дом в верхней части города. На нем флюгер в виде феникса. Хорошо. И будьте очень осторожны. Слушай, там прям... Ну что, нравится? Мне здесь все нравится. Тогда идем. Уверена, тут еще много всего интересного. Флюгер в виде феникса и в его вот этих... Начнем? А что ты хочешь посмотреть? Все. Ну, давай попробуем. И в его, да, вот этих снах, видениях тоже был феникс, который помог ему. Как хочется вина. Давай возьми. Все, я что стою там? Давайте, пожалуй, друзья мои, завершим данную серию на этом моменте. Первая серия была у нас такая вступительная. Посмотрели всю мощь и красоты данной игры. А продолжим мы с вами вторую главу следующей серии. Огромное спасибо всем, кто досмотрел меня до конца. Не забывайте меня поддержать своим прекрасным лайком, если вам понравилось данное видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всех обнимаю, всем жму руки. Пока, друзья.